что мы сегодня делали, объехали бы 3 села, в которых пострадали люди, сгорели дома, посмотрели, в каком состоянии находятся пострадавшие, где они размещены, как организована работа по составлению списков для возмещения им ущерба, для восстановления жилья, как они обеспечиваются сейчас питанием, подготавливаются для них спальные места, белье, обеспечиваются водой, всем необходимым. Там, кстати, телефоны им нужны, мобильные, многие без телефонов оказались.